Молодец. Пойдемте в хан-шатер. Это мозаика. Вот видишь, цвета разные, из них фигуры разные делаешь, как кнопочки. Это кто? Альмина, что это такое? Малик. Фиксики, да? Угу. Это папа. Фигурки, да? Это свинка. Это свинка, да? А это кто? Свинка. А это? А это кто? Это мамус. Мамус? Пойдемте дальше. Берег, что ты смотришь? Человек-паук. Опять. Масенький коллекций. Я смотрю масенький коллекций. Машинки? Да. Нет. Коллекция нет. Машин тут получается, да? Да. Сколько там машинок? Одна? Да. Одна, по одной, да? А мне нравятся два. Вот эти, да, желтые выходят это оттуда. Вот. Еще какие? Ну-ка, покажи. Это магнит. Лена, это магнит. Вы сами не знаете. Очень трудно. Это магнит внутри. Это магнит? Или что? Магнит. Магнит, да? Магнит белый. Так. О, это вкусистый. Это нелепый. Вот. Альмин, смотри. Альмин, посмотри, это что? Что это? Что это, Альмина? Птичка. Это птичка? Попугай, да? Да. В клеточке. Он с кнопочкой. Это красивее. Нажимаем на кнопочку, он поет, должен запеть. Короче, когда я смотрю. О, смотрите, что тут у нас, Берег? Бека, что ты смотришь? Тимизабр. Бека, кто это? Тимизабр. Это называется дьявол на лице. Наверное. Он говорящий, что-то делает он? Изводит звуки, нет? Его надо... Его надо включить, да? Нет. Его что надо делать? Его надо батареи. Берег, покажи. Это малыш, да? Негритёнок. Чёрный. Чёрный? Да. Доктора, да? Это Маша и медведь. Да. Тут что получается? Светлый звук. Он просто светится. Стетоскоп со звуком сердечки, да? Ты хочу вот это. Работает красиво. На батарейках. Это красиво. Это красиво, да, Мина? Да. Это кто у нас? Пони. Пони? Привет, я папус. Кто это? Папус. Нет, папус? А вот это сильный, это мне. Это фиксики. Покажи это его.
покажи. Покажи там. Сюда, Фак. Он, они там. Теперь все работает как новое. Опа. Запомните, друзья. Нолик. Вообще, Нолик? Ура, это только Нолик. И на канале Бека. Молодец, это Алиночка. Кто, Алина? Это Нолик. Нолик? Да. А, стой! Давай хлопаем вместе! Да! Много печенья? Да. Покажи еще раз. Можно ли все печенье? Ух, девятый место опять. Так, а он? Бер, кто это? Ого. О, свинка Пеппа. Завачка. Это Пинки Пай. Это завачка. Ты один из этого мне. Где Пинки Пай? Пинки Пай, вот. Пинки Пай. А это кто? Это утка. Утка? А это человек. Это человек. О, Эльса. Олаф вот здесь. Эльса? Вот там Анна. Вот там такой скунс. Где скунс? Вот. Скунс. Сейчас уберем вот эти. Где скунс, Альмина? Покажи мне. Скунс вот. Вот скунс, да, наш? Это стасак. Это что, Альмин? Какие стасак? Какие эти одежды? О, привет! Я такой толстый, что устаю я. Смотрите, как. Прямо здесь! Ай! Петсов! Где Петсов? Это Петсов! Где Петсов? Что это, Бека? Ну-ка, посмотрись. Посмотри сюда, Бек. Это каска для строителей, да? Фонарик! Нет! Вот это поставить будет Олаф. А это Эльса. Это фонарик. А это кто, Эльса? Да. Нет, Анна. Это... А, это Анна. Это Олаф. Это принц, да? Ну, это плохой принц. А это а хороший это? Принц. А это хороший. Так и смешно. Это олень. А это Эльса. И вот, а вот это. Осторожно, один скафандр. А что тут? Очки? Вот это да? Очки. И часы для девочек. Да. Осторожно, один скафандр. Нет, шляпка. Нет, осторожно, один скафандр, милая. Эй, друзья, это меня. Один скафандр. Холодное сердце. А тут что у нас? Поезд. О, летающий мячик. Где? Покажи, Альмина. Где летящий мяч? Это что, спутан? Нету? Очень красивый. А что это, Альмина? Это вот такая птица. Птичка, да? Да.
жемчуг. Что это, Альмберг? Фу, какой страшный, да? И вот. Золотистый. Что это, Альмина? Это кролик. Это кролик. А это? А это волк. Волк? Это черепаха. Черепаха. А это... Стой. А это? Непонятно. Это непонятно. Это вроде... Сейчас, давай с этой стороны посмотрим. А, ух ты, Хрюша. Хрюша. Заяц. Медведь. Это дракон. Тоже кошка. Черепашка. Черепашка, да? Ух ты. Я катаюсь. Вот. Берег. Бека, умеешь играть в футбол? Покажи, как надо играть. Давай мы с тобой поиграем. Гол! Я забил. 1-0. Что это, Альмина? Собачка. Собачка? Люблю собачку. Любишь, да, собачку? И кошку. И кошку тоже любишь, да? Хочу его купить. Хочешь купить? Купим тебе собачку. Хочешь живую кошку и собаку? Да. Да? Такого маленького-маленького щенка купим? Точно же такого же, да? Да. Который будет вот так. А я вот это люблю. А? Я вот это люблю. Вот эту любишь? Пойдем тогда.